Одним из пунктов плотного гастрольного графика китайской пианистки Джей Джанг стала детская школа искусств имени Якова Флиера, в которой она провела мастер-класс и приняла участие в концерте. Об этом наш следующий сюжет. Мероприятие проходило в рамках первого международного фортепианного фестиваля «Подмосковные вечера искусств». Нам очень приятно, что наша школа выбрана из огромного количества музыкальных школ Московской области. И это всего 10 городов, где проходит такой фестиваль. И вот Орехово-Зуево вошло в том числе в эту программу, потому что школа наша носит имя выдающегося пианиста, и именно поэтому фортепианный фестиваль проходит также и у нас. И фестиваль этот открылся 2 октября, он проходит под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Московской области. И сегодня у нас в гостях китайская пианистка, которая сейчас живет и концертирует в Европе, она живет в Норвегии, госпожа Джей Джанг. Джей Джанг окончила высшую школу музыки в Шанхае, продолжала учебу в Норвежской академии музыки в Осло. В 2011 году окончила аспирантуру в качестве солиста-исполнителя. На сегодняшний день Джей Джанг признана одним из самых перспективных солирующих пианистов Норвегии. Сегодня она играла концерт и проводит мастер-класс с нашими учениками, с девочками, которые представляют фортепианную школу нашу. Это Ангелина Горячева, Ксения Роговская и Анастасия Леснеева. Она будет давать им замечания по поводу тех сочинений, произведений, которые они ей покажут. И я думаю, что для ребят это будет очень интересно. Мастер-класс Джей Джанг оказался интересным и полезным не только юным музыкантам, но и их преподавателям.